История Кубани хранит немало славных имен людей, своей трудовой биографией, собственным примером доказавших преданность и любовь родине. Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», которая проводится к 80-летию Краснодарского края, призвана увековечить имена самых выдающихся сынов Кубани. В рамках проведения экспедиции большую работу проводит Славянская межпоселенческая библиотека. Отметить наших соотечественников, кто в прежние годы прославлял свою малую родину, и тех, кто сегодня служит примером для окружающих, решили и сотрудники межпоселенческой библиотеки. Людей, которые внесли неоценимый вклад в разные отрасли нашего района, есть таких людей много в каждом поселении. Некоторых людей знают, некоторых подзабыли. В начале года сотрудниками библиотеки был создан информационный банк, где собрана информация о выдающихся земляках-славянцах, героях войны и труда, писателях и художниках, лидерах молодежного движения, спортсменах и меценатах. С этими материалами и ведут работу библиотекари. «Люди и дела нашего района» – так будет называться электронный справочник. Он будет состоять из 5 рубрик – «Жизнь-подвиг», «Жизнь-труд», «Жизнь-служение», «Жизнь-дарение» и «Жизнь-продолжение». Нашей основной целью справочника вот этого электронного собрать в одном месте, аккумулировать информацию о как можно большем числе людей, которые вот совершают, может быть, где-то незаметный, но каждодневный труд, и которых надо бы вспомнить, узнать, познакомить подрастающее поколение с этими людьми. Электронный справочник планируется завершить в сентябре этого года. После его создания с ним можно будет познакомиться на сайте межпоселенческой библиотеки, а также в библиотеках сельских поселений. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».